Очарование старого мира. Выполнить контракты, мероприятия завершить и приключения завершить. Так, чё, погнали. Приключения надо искать. Ты еще подключаешься, да? Я лечу сейчас к тебе на планету. Ага, понял. О, есть. Одно задание есть уже. А, это патруль. А патруль? Патруль не надо. Так, надо посмотреть. О, приключения есть. Сейчас я подлечу. Давай. Я жду тебя. Нифига здесь война у вас. Ага. Я еще не прогрузился, но я это слышу. Как из пулемета здесь кто-то фигачит. Так, я у вас. Че, иди ко мне. Вижу. Ну, я беру задание. Вот, приключения. Бери. Эй, вы двое, какая встреча. Деврим, ты не сказал мне, что он здесь. Мы с мисс Холидей реквизируем припасы у Кабал. Она сейчас прячется. Ты помечаешь ящики, я их забираю. Жду не дождусь. Угу, ящики, найти припасы. Вот один нашел. Похоже, эти четырехрукие бандиты собираются выбить нас отсюда. Перебьются. Ну, по-моему, один ящик припасов лучше, чем ни одного. Аманда, ты готова к телепортации? Не так быстро. Высылаю найти больше припасов. Это недалеко. Этим я тоже займусь. Выдвигаюсь туда. Кто последний, тот вонючий дрэк. Как образно. Воу. Фига, я тебе об это. Ты меня, да? Фига. А, ну здесь мне уже эта штука не пригодится. Мы на месте. И у нас гости. Краснопузые всерьез там окопались и понатыкали турели. Здесь мне винтовочка понадобится, походу. Нифига у него отдача какая. Ага, патроны кончились. Переходим на пистолет. Покончили. Спасибо, но я не хочу, чтобы меня подстрелил какой-нибудь везучий снайпер. Настоящие снайперы не полагаются на везение, но постарайтесь зачистить двор, ладно?
что-то нет никого. Сделай одолжение, скинь маяк, ладно? Маяк сигнал поставлен. Зеленый. Вот и я. Этих припасов хватит ферме надолго. Вы снова нас выручили? Секунду. Дэв, ты видишь то же, что и я? Так точно. Еще один тайник с припасами. Знакомые все вещи, а? Опять эти зубастые ферогрызы. Они сперли наше имущество. Значит, падши обокрали нас до того, как мы украли то, что они сперли у Красного Легиона? В любви на войне все средства хороши. Захватите припасы, и мисс Холидей тут же прибудет. Нет уж, Дэв. В этих зданиях может сидеть еще сотня падших. Я подожду, пока все будет чисто. Нет, здесь не чисто. Совсем не чисто. Для меня жарковато. А у меня нет визуального контакта. Так что вы сами по себе. Как говорится, не теряйте мужество. Зараза. Я через 30 секунд только возражу. А, вот, все, спасибо. Уже не через 30. Thank you.
вторая только атака, блин, что-то третья будет. Вообще замучено. Небо чистое. Иду к вам за грузом. Фермион очень пригодится. Дальше с вами вы классно отработали. Ну, все отлично. Вполне. А теперь, пожалуйста, посмотри, не осталось ли там чаю. Все. Да, приключение завершено. Теперь надо мероприятие завершить и контракт один выполнить. Иди сразу у Деврима, возьми контракт. Так, сейчас я где я тут? У кого взять? Деврим Кей, он в церкви. Точно. Сейчас прям туда телепортнусь, ага. Чтобы мы сейчас сразу с тобой это сделали, мероприятие там или что тебе надо, и ты сразу выполнил. Возьми там на убийство какой-нибудь контракт один. Угу. На убийство этих мобов. Сейчас как раз будем убивать, ты и то, и другое выполнишь. Кстати, список. Давай, расскажи, что у тебя на уме. А где же показываются люди, которые на все локации? Да не дрогнет твоя рука. Так, вроде взял контракт. Теперь нам нужно мероприятие любое. Ты тоже это слышишь? Поблизости здесь ни одного нет. Контракт один выполните, мероприятие. Через 3 минуты будет мероприятие. Рядом с топью. Можно туда? Я туда, наверное, быстрое перемещение сейчас сделаю. Ага, а контракт тоже бы здесь выполнить, да? Ну вот, сейчас будем. Смотря на что ты взял контракт. Блин, я вообще не посмотрел, ё-моё. Так я же тебе говорю, возьми на убийство мобов. Там же, когда ты наводишь на контракт, у тебя показывается, что ты должен сделать в контракте. Да я знаю, ну ладно, я уже взял, сейчас посмотрим там. Смотри, на что взял. Сейчас. Я пойду пока к мероприятию этому. Через 2 минуты она будет. Бери его, да? Нажми собраться, уже все. Все отлично. Так. Да ё-моё, я пока спрячусь, пока оно не началось. Ой, я эту нашел лазейку. Как я вот этот половал. Пройдём или? Ну здесь это, тут затерянный сектор, да не, нам нафиг не нужен. Так, я посмотрю пока на что я взял. А как узнать, что я у него взял? Интересно. Мне сейчас... Но они как-то подписаны. А контракт вообще любой, наверное, можно выполнить, да, я так предполагаю? Ну, именно его, скорее всего. На ЕМС, наверное, вот на земле. Да, да, да. Вот тут подписаны все контракты. У меня контракт горнила еженедельный. На земле, контракт, да, прям есть? Короче. На Блин, земле? Меня убили. Да. Ну, у меня нету на земле, но у тебя должно быть подписано, что на земле.
Странно, у меня здесь что-то ничего нет контрактов. Не, нет у меня. Ты же взял контракт. Я походу знаешь, что взял? Победить врагов ежедневный контракт, да. Победить врагов ЕМС. Побеждение врагов. То есть всех подряд. Ну все. 50 врагов тебе надо убить. То есть можно начинать уже, короче. Все, разобрались. Добыча блеска. И что нам надо сделать? Нам тут корабли вроде как летят. Сейчас оттуда спустится народ. Да, и походу из них надо блеск что ли выбивать. Да. Страж убит. Я умер. Фига себе, уже? По добыче блеска. Ага, я возродился. Ага, понял. Я как-то далеко, конечно. Вот так. Первый мне тут как-нибудь к вам бы заползти. Кому стреляете? Я не пойму, что надо? Вытеснить добывающие бригады? Да, я еще одного сейчас завалил. Еще где-то один бегать должен. Они направляются к другому участку. Участка-то. А, вон 110 метров вижу. Ну, что ты будешь делать-то, а? Можно мне технику, пожалуйста, мою? Блин, ты меня столкнул. Охереть, у меня щит какой-то появился, охереть. Ты суперспособность свою поменял? Походу, только я не понял как. Перестал этот. Это патруль. Капитан Америка. Найдите следующее место. Так, вон оно. Вызвать технику. Ты можешь сбить щит у этого типа? Да. Сейчас. Сбил. Все. Минус. Буром покончено! Ха! Пусть теперь попробует добыть блеск без бура. Отлично.
Несомненно, с тобой стоит познакомиться поближе. Мне еще 4 как раз это осталось. Надеюсь, то же самое ты думаешь обо мне. Заглядывай. Еще 2 убить. Так, что тебе надо? Ну, ты просто можешь на локации их убивать. Так вот, да. Послушай, контракт, 2 надо завалить. А и у тебя это задание-то выполнилось или нет? Да. Вот еще одного. Тебе надо сдать. Сейчас тебе контракт еще надо, да, сделать. А, там ящик, кстати, появился. Ё-моё, мы сейчас ящик ушли с тобой. Хорошо, что ты заметил. И здесь как раз таки эти враги есть. Где они? Где ты их видишь? А вот вон они тут стреляют. Вот они. Центурион. А, сейчас. Видел? Сейчас завалил. Все, контракт выполнен. Ну и все, тогда можно сваливать отсюда. Так, там какое получается сейчас задание? Посмотрим. Тебе его сейчас надо завершить, тебе контракт этот завершить надо. Всё, у тебя там осветительный знак около него, правой кнопкой мыши, да, ты по нему должен там, по-моему, нажать. Завершил. А теперь вернитесь к Деврему Кею в Тресланд. Все, возвращайся. Сейчас телепортируюсь. А я что-нибудь тоже поделаю здесь. Хотя я здесь, по-моему, уже все прошел. Винтовка нужна. О, винтовка разведчика. Бежим к Деврю Кею. О, я пролетел мимо. Мне это дали вездеход, ну вот этот мотоцикл. Ну посмотри, там у каждого из них, кстати, своя характеристика, свой бонус. А я выполнил тоже задание. 5 винтовок разобрал. Желаю удачи. Причем она быстрее. Ты на 150 скорость у нее. Да скорость не роляет, там бонус, смотри, какой она тебе дает. Там есть бонус, типа, ты на Е на кнопку долго нажимать не будешь, например, вот у меня есть такой звездолет. Эта техника обладает повышенной подвижностью в воздухе. Сейчас я ее проверю. А, в воздухе. Ну, у тебя такой же звездолет, как и у меня, скорее всего. Помойка, одним словом. Это Помощь. Вот в воздухе, вот это вот. Ну, а зачем вот это вот в воздухе? Ты что, на нем летать собрался? В любом случае падать будет.